так же, как и Игорь в 1185 году, по правому берегу речки Крынка, а мы по правому берегу Ханжонковского водохранилища продолжаем двигаться вниз. Вот. Где-то там, на том берегу, мы знаем, побежали молодые князья догонять половцев, убегающих половцев туда вдаль, в половецкую степь. Вот. А Игорь потихоньку спускался вниз, вниз по течению. И где-то вечером, только вечером, поздно вечером, встретятся молодые князья с основным составом, с основным войском Игоря. Вот, а мы здесь, вот здесь остановились, отдыхаем. Был обед у нас, а теперь вот решили немножко отдохнуть в полуденный час. Вот так выглядит Ханжонковское водохранилище. Сегодня 14 мая 2011 года. И наше путешествие на край света в дикое поле продолжается.